Всем привет! Третий сезон сериала «Папины дочки». Новый состоял из 20 серий. Сериал снимают бешеными темпами, поэтому у актеров остается мало времени на учебу или работу в других проектах. Напомним, что первый сезон вышел 18 сентября 2023 года, и с тех пор каждые полгода выходят новые серии. Даша была буквально гвоздем второго сезона, в конце которого ее показали. Актриса Анастасия Сиваева не снимается с 2015 года, и никто не подозревал, что ради папиных дочек она вновь вернется на экраны. Самым взрослым персонажем в «Папиных дочках» считается Антонина Семеновна, сыгранная 85-летней актрисой Ольгой Волковой. Остается только позавидовать ее работоспособности и ясности ума. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода 4 сезона, премьера которого состоится весной 2025 года.